привет. Нынче свои печечки-буржуечки хочу вам показать. Три штуки у меня совершенно разные. Ну, две похожи, круглые. Вот, стоят на улице. Я на них готовлю всякие блюда. Ну вот, такая самая простейшая. Сварена. Я тут записал, труба 220 диаметр. Высота у нее 700. Вот этой верхней части, длинной части. Здесь вот так вот сделано по 5 сантиметров. И верхнее кольцо. Трубы у нее нет. То есть такая свечка-печка. Длинный огонь, когда ставишь какой-нибудь чугунок там, или казан, или сковородку, кастрюлю большую. Вот из этих дырок по бокам вырывается. Но дрова лучше не смолистые, чтобы меньше копоти было. Ну, в общем, топится по-черному. А здесь вот без колосников, без всего. Просто сюда кладешь дрова, дверца. И вот сюда подкладываем, подкидываем дровишки. Просто и надежно. Вот здесь нога, вернее, топка 300 миллиметров длиной. Ну и ножки вот такие вот. Оригинальные. Назад подлинь, чтобы назад не откидывалось и устойчивее было. Вот такой у нее вид. Вот. Теперь следующее тоже. Круглая, ну тут уже труба нержавейка, диаметр 260, кружки вот чугунные, заводские, прям четко вошли сюда. Вот у нее имеется тут поддувал, ох, забитый, давно не чистил, в этом районе где-то у нее колосники, ну и вот так вот дверца тоже вот готова уже. Топки. Вот так она выглядит, как ракета. Единственный мой косяк — это тонкая труба. Труба 70-ка, надо как минимум сотку. Поэтому если много дров, то не успевает она выдавать. Я ее сделал вот так вот подлиньше, метра чуть ли не два, но все равно тяга слабовата. Вот, поэтому если много дров, приходится еще открывать дверцу, иначе дыму некуда деваться. Вот поэтому она вся закопченная. Ну просто нержавейки не было сотой трубы. Эту пришпандорил 70-ку. Ну, если понемногу класть дров, то нормально. Вот, высота ее 600, диаметр 260. Дверцу вот вверх. Поддувал 180 на 100. Ну, в принципе, ничего тут особенного. Такая есть печка. Типа обогреватель. Вот у меня сверху такой стоит еще, скажем так, дефлектор. Вот. Распределитель потоков тепла. Труба у нее уже сотка. Вот так она выглядит. Сейчас я его сниму. Он снимается, и вот тогда на ней можно готовить. Ну, размеры вот у нее. Вверху трапеции 200, вся она 300. Вот здесь вот рубашка где-то, грубо говоря, по 40 миллиметров у нее. И вот так идет. Ну вот так отчерчена. Это внутренняя часть ее. Самотопка. Вот. Вверху 300, внизу в основании 400. Вот. Колосников у нее нет. Вот у нее дно, где заканчивается, очерчено мелом. Колосников у нее нет. То есть вот так вот, прямо на полу там все это горит. Ну, такие продаются. Кстати, аналогично. Вот такой дуваль.
открываешь, очень сильно гудит. Тоже можно не готовить, эта часть докрасно раскалять. Сделана из двойки всего лишь. Но уже давнишняя, может быть, уже скоро прогорит. Внутри у нее вот длина 400. Высота ее вся от пола 440. Вот так она выглядит снизу. Вот внутри вот толстым жирным мелком я нарисовал перегородка топки от верхней части. То есть дым здесь идет, получается, вот так вот тут. Вот тут все горит. Идет он вот так сюда, вперед, а не назад, и потом уже в трубу. Вот таким оригинальным способом. Понятия не имею, как все это работает. Но печка обалденная. И здесь, если обогревать помещение, отсюда все идет тепло. То есть с рубашкой. Но есть такие в продаже. Вот. Видимо, весь смысл вот в этой перегородке и вот в этом поддувальчике. Вот так вот он сделал. Можно немножко открыть. Побольше, поменьше. Вот такая вот трапеция. Печь варочно-отопительная. И вот она уже не буржуйка. Жрет она очень мало. То есть там буквально две штакетины. И очень долго горят. Ну, конечно, регулируемость. Очень эффективная. И вот эта часть докрасно раскаляется. И картошку жарить можно. И чего-нибудь сварить. Дверцы у нее 200 на 130. Какие тут еще интересные размеры. Ну, вот так она выглядит издалека. Ну, это самое простейшее. Ну, вот как-то так. Вот такие вот буржуйки. Если кому понравилось или что-то интересно, пишите, спрашивайте. Ну и всем спасибо за просмотр. Все, всем пока.